отбивается у нас в целом не на шутку, а на серьез. Поэтому Галина Конышева. Вот она с удовольствием согласилась прийти на эту встречу, потому что ей нравится петь. И вы мне нравитесь. Это нам в смысле можно говорить, это понятно. С большим риском. Так, и что ты хочешь будет петь? Галина Конышева, она какое-то время. Мы второй раз с ней встречаемся, и поэтому пробуем, что ей, она прекрасно вообще поет романсы, вообще человек такого очень задушевный. А на этот раз вот мы споем «Вишню» из кинофильма «Танцплощадка на стихи». Нет, это из соседнего подъезда. Thank you.
Дети, конечно, меня отыскали и Конышевы, делают фонограмму под оркестровую, под которой она споет живым голосом, в отличие от того, что называют фанерой. Из кинофильма «Танцплощадка», там песня «Не туда». Можно, пожалуйста? Thank you.